Китайские академики призвали выгнать из страны зарубежные корпорации Китайские академики призвали выгнать из страны зарубежные корпорации за непризнание целостности Большого Китая коммерсант от 17 января 2019 года 18.16 запретить десяткам иностранных компаний работать в Китае пока они не признают территориальную целостность страны предложили в своем докладе исследователи Академии общественных наук Китая и Пекинского университета Вопальный список или организаций, которые, по мнению составителей отчета, нарушают закон о кибербезопасности КНР, в частности, указывая Тайвань и Гонконг в качестве независимых территорий. Академия общественных наук Китая и Пекинский университет подготовили годовой отчет о соблюдении закона о кибербезопасности. Как пояснил агентству Reuters представитель Пекинского университета, сам доклад будет опубликован позднее но его детали стали известны государственному изданию «Юридическая газета». Как сообщается, академики выяснили, что 66 из 500 крупнейших зарубежных компаний использовали некорректные обозначения при упоминании Тайваня. Неверно, с точки зрения китайского законодательства, маркируют Гонконг 53 иностранные компании, а 45 корпораций допускали ошибки при упоминании как Тайваня, так и Гонконга, говорится в докладе. Академики не ограничились только обозначением проблемы, но и предложили способ ее решения запретить нарушителям вести бизнес в Китае. По крайней мере, до тех пор, пока ошибки не будут устранены. В списке компаний, оказавшихся под угрозой запрета, числится Apple, Amazon, Nike, Siemens, Subaru. Неверным с точки зрения китайского законодательства является непризнание территориальной целостности Большого Китая, который предполагает, что Тайвань, Гонконг и Макао входят в состав КНР. После принятия закона о кибербезопасности в 2017 году китайские власти ужесточили борьбу за международное признание трех вышеупомянутых территорий в качестве административных единиц в составе КНР. В прошлом году как раз усилилось давление на зарубежные компании. Так, Например, год назад Китай заблокировал на неделю сайт и мобильное приложение сети отелей Marriott за проведение опроса, который показался властям страны некорректным. В нем Тайвань, Тибет, Макай и Гонконг были указаны как отдельные территории. Сама же компания вскоре извинилась и назвала текст опроса ошибкой. А в середине года управление гражданской авиации Китая потребовало от 36 иностранных авиакомпаний указывать на своих сайтах в Тайвань. Гонконг и как территорию Китая. На публикацию деталей доклада и предложения китайских академиков уже отреагировал Тайвань. Представитель президента страны Алекс Хуан заявил журналистам, что Тайвань не дрогнет под давлением КНР. Нам стоит напомнить мировому сообществу о необходимости открыто противостоять действиям Китая, твердый знак, и объединить усилия, чтобы снизить число и не допускать подобных действий. Кирилл Сарханянц, как Компартия Китая удерживает вместе 33 региона. Спецпроект «Твердый знак» читать далее.